За победу проголосовали члены городского совета ветеранов. В специальных праздничных бюллетенях они сделали символичные отметки. Сегодня фронтовиков чествовали представители Королевской избирательной комиссии. С поздравлениями к ветеранам пришли также ученицы 17 и 13 школ. Они – будущие члены молодежной территориальной комиссии. Также фронтовиков наградили за активную работу на избирательных участках в единый день голосования в прошлом году. Приятно, что молодежь не забывает ветеранов, что отношение молодежи к ветеранам очень хорошее. Вот. И это приятно. В жизни приятно видеть их. Они и при работе показывают свои результаты, и в жизни. Спасибо им. В подарок – кружки с гравировкой памятной даты 70-летия Победы и благодарственные письма избирательной комиссии Московской области.